Я считаю и говорил ранее, что российские миротворцы покинут Карабах через 3 года. Об этом в беседе с радиостанцией «Свобода» заявил один из бывших главарей сепаратистов в Хан-Кенди, Самвел Бабаян. Несмотря на все заявления о том, что они не уйдут, я считаю, что это далеко от реальности. Интересы сегодня у России с Турцией, с Азербайджаном совпадают. Поэтому заранее говорю, что мы должны одуматься и решить эти проблемы с другой точки зрения, по-другому. Сказал Самвел Бабаян. По словам Бабаяна, Россия сказала, что карабахская проблема есть, ее надо решать. А Азербайджан заявил, что карабахская проблема решена 2 года назад, чему Россия не противоречила. У России есть некоторые экономические интересы, которые она предпочтет карабахскому вопросу. На вопрос, не будет ли вывод миротворцев означать уход России с Кавказа, Бабаян сказал: «Это мы считаем, что они уходят с Кавказа, а они считают Армению своей и не думают, что покидают Кавказ», отметил Самвел Бабаян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.